Вишневский, Да Коста. Перед воротами там Паре ведет борьбу, но прижались, конечно, какие-то Сибири. Бросал Да Коста, шайба отбита, Паре выталкивает с пятачка. Вишневский. Очередной бросок готовят. Доус. Перевод и 1-0. Классная передача Доуса. И в касание бросает Дэн Секстон. Ну, она должна была заходить. Эта шайба. Обороняться 3-5, конечно, исключительно тяжело. Обидно, что осталось несколько секунд. Там вообще может быть 2 или 3 секунды до выхода четвертого игрока. И поэтому Сибири еще придется играть в меньшинстве, но уже вчетвером. Искал Доус эту передачу и под поперечную, ну или диагональную, как в данном случае, не всегда успевает переместиться вратарь. А главное, вот почти ведь успел, но какая-то щелочка там осталась. И Секстон туда попал. 1-0. Автомобилист выходит вперед. Для Секстона 24-я заброшенная шайба в этом сезоне.